Совсем скоро в Стерлитамаке соберутся люди с разных уголков Башкортостана и регионов России, чтобы принять участие в самом грандиозном спортивном событии города – полумарафоне «БСК-забег». И он уже доказывает свой высокий статус. Еще за неделю до официального старта на него записались рекордные 1200 человек. Плюс в этом году разыграют и рекордный же призовой фонд – 4 миллиона рублей. Данное мероприятие носит не только увеселительный, развлекательный характер, а прежде всего мероприятие, популяризирующее здоровый образ жизни, спорт среди горожан, среди сотрудников башкирской судовой компании. Среди новшеств в этом году это рекордный призовой фонд, это 4 миллиона рублей, это большие, достаточно даже не только по республиканским, а по российским меркам призовые и в абсолютном зачете и среди сотрудников башкирской судовой компании. Поэтому данное мероприятие, считаем, привлечет лучших спортсменов не только Республики Башкортостан, но и, в принципе, наверное, и России, и Урала в целом. БСК-забег не только про рекорды, но и про укрепление корпоративного духа и в какой-то мере стимула для занятия спортом. Организаторы предусмотрели отдельный зачет с призовым фондом для работников БСК. Самые быстрые и выносливые заводчане будут претендовать на денежные призы. Максимальный – за первое место на дистанции в 21 километр – 150 тысяч рублей. Есть мотивация стараться дальше выступать, быть сильнее. Там, где видим, слышим, я стараюсь не пропускать эти мероприятия. И забег БСК не исключение. Позапрошлым, если не ошибаюсь, занял второе место. И в этом году тоже буду участвовать. Награждать участников за лучшие результаты будут вплоть до 6 места. Каждый сможет пробежать дистанцию на выбор – 2, 5, 10 и 21 километр. Не останутся без внимания самые юные спортсмены. Для них предусмотрены детские старты. И независимо от выбранной дистанции, каждый бегун будет окружен атмосферой поддержки и восторга.